За минувшую неделю в Казахстане было создано около 2000 новых рабочих мест. На этот раз лидером рейтинга стала Восточно-Казахстанская область. Работу нашли 199 человек. На втором месте Костанайская область с показателем 168 рабочих мест. Около 150 вакансий было занято в Мангистауской, Южно-Казахстанской и Алматинской областях. Более 100 появилось в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Жамбылской. В столице ряды трудозанятых пополнили 256 человек.